Добро пожаловать на канал HardReset.info, это телефон Realme X55G. Сейчас я покажу вам, как на этом девайсе изменить фотографию контакта. Давайте зайдем вначале в приложение «Телефон», «Контакты». Здесь мы видим наши контакты. Итак, если мы хотим изменить фотографию, ну, для начала мы какую-либо фотографию должны на нашем телефоне иметь, не так ли? Итак, давайте возьмем и сделаем какой-либо снимок. Например, снимок коробочки вот этого телефона. Мы, кстати, его только что распаковали, можете посмотреть обзор, точнее не обзор, а распаковку. Такая импровизированная, просто потому что была возможность снять импровизированную распаковку, поэтому и сняли. Вот, у нас есть снимок коробочки. Итак, давайте теперь нашему контакту, любому, Мирилу, например, установим такую вот картинку. Итак, давайте, в правом углу контакта есть троеточие. Нажимаем на него. Затем нажимаем... Ребята, внимание. Нажимаем на кнопочку «Изменить контакт». Не здесь, не в правом верхнем углу. «Изменить контакт». Я немножечко затупил. И здесь будет такая картинка. Видите, маленькая. Мы сейчас изменим его фотографию. Мы возьмем и нажимаем просто «Выбрать другое фото». Из фотоснимки или с галереи, это не имеет никакого значения. Фотография появляется и там, и там. Выбираем картинку нашего OnePlus. Выбираем приложение для обрезки. Любое, абсолютно, не обрезает одинаково. И нажимаем «Готово» в правом верхнем углу экрана. Нажимаем «Сохранить». Как мы видим, Мирил... Давайте обновимся. Так, смерил, он как бы обновился, и у него его картинка, но не до конца, не везде. Нужно перезагрузить приложение на крайняк телефон. Ну да, видите, он не совсем хочет менять свою картинку. Но, естественно, если ему позвонить, то будет новая картина. Просто он еще не адаптировался. Можно перезагрузить его, проверить, будет ли тогда или нет. Если нет, то нет, то есть когда-то оно поменяется. Но это просто дело в Realme OS. Она не сразу подхватывает, скажем так. Такое, кстати, не только в контактах. Такое и в рингтонах у него происходит, и везде. Как на Xiaomi, по сути. Такс. Вписываем пароль. Теперь заходим в приложение «Телефон», «Контакт», и да, у Мирила изменилась картинка, как вы видите. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока!